Чувашском национальном музее открылась выставка костюмов из коллекции знаменитого историка моды Александра Васильева. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Выставка – завершающий этап межрегионального фестиваля национального костюма «Золотая россыпь веков», посвященного столетию образования Чувашской автономной области. Александр Васильев собрал в своей коллекции более 50 сценических костюмов известных мастеров сцены. Эскизы многих из них навеяны народными мотивами, как, например, у Валентины Толкуновой. В числе экспонатов – наряды Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкули и многих других. Фонд знаменитого историка моды, искусствоведа насчитывает множество экземпляров уникальных образцов дизайнерской мысли. Органично дополняют экспозицию коллекции различных аксессуаров и другие необычные атрибуты мира красоты и моды. Здесь вся история страны в образах моды и в образах музыки. Да, все те уникальные женщины, которые покоряли сердца миллионов жителей нашей страны, в том числе и чувак, привлекали своими нарядами. Уже в другом музее, художественном, состоялась творческая встреча. Местные художники и модельеры показали Александру Васильеву стилизованные чувашские наряды. Говорили о развитии народных ремесел, о том, как важно, чтобы кто-то продолжил дело. Без преемственности вся эта красота может исчезнуть. Поэтому молодые мастера так тщательно хранят традиции. Ульяна Пятакова, Андрей Шоклев, Республика.